Уже скоро в столице Дагестана с 4 по 6 сентября в Кумыкском театре имени Салаватова пройдет второй международный фестиваль документального кино «РТ-ДОК. Время героев». В программе будут фильмы о героях специальной военной операции, военных, медиках, волонтерах, военкорах, деятелей культуры, а также зрителям покажут картины о событиях 1999 года, когда в Дагестане отразили нападение бандформирований. В рамках фестиваля состоится встреча с авторами и героями фильмов, также запланированы дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения. Пройти регистрацию можно на официальном сайте фестиваля абсолютно бесплатно. Количество мест ограничено. Подробности будут доступны на сайте, указанном на экране.